Здарова, здраво, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по GTA 5 RP. Играем сюда на первом сервере под названием Даунтаун, и знаете, друзья, мне кажется, что эта серия заслуживает вашего царского лайка, потому что то, что сегодня будет происходить в этой серии, это максимально эпично, плюс ко всему это эксперимент, проверка на РП, короче, это все в одном и должно получиться очень весело. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, давайте по порядку. Значит, я думаю, что многие помнят, что примерно полгода назад у меня выходила серия, где я устраивал некий эксперимент. Я отправился на военную базу на автопилоте. У меня тогда была тачка, которая разыгрывала этот Мерседес из будущего, вот эта вся херня. И я решил поставить точку на карте, типа, на военную базу, и, собственно, меня автопилот привел туда. Ну, я думаю, что вы помните, чем все закончилось. Меня повязали военные, я, типа, пытался оправдаться, что там, блин, меня завел автопилот, я тут ни при чем. В общем, пришлось там отдать им некую сумму, чтобы они меня отпустили. Но сегодня будет намного интереснее. Я думаю, что самые внимательные услышали сейчас посторонние звуки. Возможно. Они, конечно, сейчас были вот несколько раз, но, может быть, вы не обратили внимания. В общем, друзья, вот сейчас он. Вот сейчас вот тоже этот звук был. Дело в том, что я сегодня... Я сегодня кошка. Ну или кот, наверное, все-таки, да, как бы. Ну, то есть, вы понимаете, да? Сейчас я огромное спасибо хочу сказать админам за то, что, как бы, я просто вот, у меня возникла идея это проверить, и, как бы, я попросил, они мне, ну, согласились выдать на время скин кошки, и, собственно, что будет происходить? Прямо сейчас я аккуратненько в своей тонированной BMW, чтобы меня раньше времени никто не засек, еду к военной базе. Я же это, я с предвкушением, я же слюньки текут просто посмотреть, что будет происходить, потому что, по сути, ну, то есть, проникновение, ну, никто не может проходить на военную базу. Но я ведь животное, соответственно, они должны, по идее, меня проигнорировать и вообще на меня не обращать внимания, и как бы там обращать только как, ну, на животное, там, кыс-кыс, там, что-нибудь такое. В любом случае, мне непонятно до конца вообще реакции, что будет, будут ли они как бы отыгрывать РП какое-то, или же меня просто там прихерачат сразу, или... То есть вообще непонятно. Поэтому... А, еще, кстати, забавный момент, что анимации тут как бы с животными вот выглядят вот так. Вот, например, кошка достает мобильный телефон, если что, вдруг. Вот так вот кошка садится. Кстати, она довольно быстро бегает. Ну-ка, подожди, сейчас я попробую. Я просто успел сразу только лишь выехать. Бля, нормально, да? Еще мяукает, блядь. Вообще, блядь, фулл РП ситуация. Санек Булкин превратился в кота, блядь. Ну, кто, блядь, с кем не бывает. В общем-то, я сажусь, ложусь в тачку и отправляюсь на военную базу. Что сейчас будет происходить, я понятия не имею. Мне главное аккуратно припарковаться где-то в лесочке, чтобы меня никто, опять же, не запалил. И, соответственно, уже пешим ходом, так скажем, пытаться идти к шлагбауму и смотреть на реакцию военных, как они будут реагировать. Сейчас все проверим. Вообще, друзья, вот сейчас вот еду и думаю, блин, мне кажется, что это может быть даже, знаете ли, зарождение новой рубрики. Например, вот вы в комментариях можете написать, что мне можно, какой эксперимент там в плане РП, не РП, или какой-то ситуации, какой-то пранк, что-то вот, проверочка какая-то. И вообще, в целом, друзья, если, ну, вам понравилась идея, поддержите лайком, не знаю, 15 тысяч лайков, я думаю, что точно стоит, ну, закрепить эту рубрику и что-то подобное в дальнейшем пробовать. Я вот сейчас в предвкушении пиздец, потому что, с одной стороны... Может быть, действительно они подыграют как-то, с другой стороны, может быть, не обратят внимания, с другой стороны, может быть, меня сразу реально завалят. То есть это тот самый случай, когда до конца непонятна вообще реакция игроков на то, что они сейчас увидят, как вот они сейчас вот на это все отреагируют. Но буквально через пару мгновений, сейчас главное где-то найти, припарковаться, еще туман, кстати, довольно в тему, чтобы мне можно будет сейчас замаскироваться, главное, чтобы меня никто не засек раньше времени, потому что иначе это может сильно повлиять на наш... эксперимент, скажем так. Так, наверное, я все-таки... Ну, вот сейчас направо, если повернуть, может вот здесь в кустах... О, давайте вот сюда на горку, может быть, заеду. Вот так вот аккуратненько. Здесь вряд ли кто-то есть поблизости. Блин, почему интересно, если скин кошки, то она мяукает. Так, вот здесь паркуюсь, на всякий случай закрываю тачку. Вываливаюсь кошаком из автомобиля, блядь, это эпично, пиздец. Так, все, кошечка, давай, это Хаман, блядь, ну, по расцветке, по крайней мере. Все, я побежал. Я просто дикий котенок, не знаю, дикий кот, который вот бросил, блядь, сука, я на GTA 5 RP кот, блядь, пиздец. Дожили, блядь, реально дожили. Так, главное мне сейчас как-то тут не обломать все. Так, подожди, что, правильно, вот так бегу, я уже заблудился.
Ты мяукает еще. То есть мне, в принципе... Не, я думал сейчас голосовой чат, типа, мяу-мяу, если что, поделать что-то типа того. Так, блин, я вот только главное, что меня не сбили еще раньше времени. Тихо-тихо-тихо-тихо, бля, я просто боюсь, она... Вдруг там дамагу как-то... Аккуратно, или куда-нибудь в текстуры еще упаду, еще что-нибудь. Так, все, ребят, момент истины. Вот военная база. Я кот. Я просто себе гуляю. Вообще не понимаю, что это военная база или что это вообще такое. То есть, как бы... Так, ну здесь никого нет. Подожди, я правильно понимаю, что я по коллизии смогу сейчас проползти снизу, что ли, получается? Да? То есть тут уже... Или как? Подожди. Бля. Это очень плохо. Позвонить в интернет. Не, подожди, стоп. Блядь, уже с обновлением немножко, как бы, так скажем, все поменялось с недавних пор. Блядь, а как мне поступить-то? Я что-то об этом не подумал. Подожди, а если я позвоню, что там? Я звоню. И просто... Бля... Там же теперь с этим электричеством и все такое, то, что надо отрубать, чтобы открылись ворота. Блять, и что, я реально никак не это самое, не проникну? Почему, блин, кот же здесь помещается? Бля... Я насчет этой проблемы не подумал, друзья. Ну ничего, нет, я не буду сдаваться, я буду сейчас до последнего пытаться решить свою... А он прыгать умеет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я в текстурах. Блять, я в текстуры провалился сейчас вот здесь вот. Не, может здесь есть какая-то нычка? Быстрей. Что-то говорит, но я не слышу. Он меня же видит. Нет, он меня по-любому видит, то есть это скин, типа... Ну, он виден всем. Это не только я вижу сейчас кота, не то, что я сейчас персонажем своим бегаю здесь на самом деле. Так, тут текстурки пропадают, но здесь, походу, я нигде не просочусь. Так... Так. Подожди, что там откроется? Нет? Бля, как? О! Так, чувак, красавчик. Чувак, красавчик. Бля, главное, чтобы меня не задавил, потому что я хер знает, как получает дамага это кот, кошка это. Тихо. Аккуратно. Так, ладно, бежим дальше. Я на военной базе, блядь. В виде кота. Так, а чё, где у них тут сборы? Чё-нибудь, куда-нибудь, как-то. Так, во-во-во, вижу. Вижу кого-то. Так, ну, он меня, конечно, палит жестко. Главное, чтобы он меня... Так, подожди, во-во-во, там военные. Там вот военные бегают. Подожди, так, сейчас я вот так, опа. Опа, я более ловкий. О, смотри. Смотри. Мяу. Бля, это очень эпично на самом деле. Подожди, ну-ка камеру сейчас подальше сделать. Тоже крадется, смотри. Мяу. Блин, ну он молчит что-то. Тот хотя бы кыск-кыск, как бы что-то поговорил, а этот молчит. Бля, главное, чтобы... Бля, только не надо меня, не надо это, меня, покормите меня, я не знаю, что-нибудь. Прикиньте, реально сейчас скинет еду, например. А чё так мало? Я рассчитывал, что будет больше людей. Бля, было бы угарно, если бы кто-то из них еще скинул что-нибудь похавать, типа. Я даже не знаю, какая анимация была бы, кстати, если кошка будет кушать. Так, ладно, пацаны, я побежал. Что-то мне как-то напряжно, если честно. Я такое ощущение, что вот-вот и хотят выстрелить меня или еще что-нибудь сделать. Так, подожди, а куда я могу дальше проникнуть-то? Тут все позакрывали, блин. Где тут побольше народу? Где все вообще? Дикая кошка, блядь, бегает по этому самому, бля. Я думал тут, я попаду как-нибудь, может, на этот, на строй или еще что-нибудь. Ну, просто, чтобы побольше было реально кого-то. Так, ну такое палево, конечно, палево, блядь, что за мной ГЛС катается. Так, ну там никого нет. Я просто не знаю, видите, здесь все поменялось, и кто где здесь может быть, я понятия не имею. Но в любом случае, эти пацаны как бы красавчики. То есть они, ну вот, кыс-кыс, там вот это вот все, никто меня не стреляет, там сюда не пытается поговорить, типа, гражданин покинет территорию. Так, здесь парковка. Бля, где все, я не понимаю.
Где все? Я хотел на какой-нибудь строй попасть или еще что-нибудь. Чтобы тут было много людей. Че все... О, подожди, кто стоит? А, это NPC, что ли? Бля, это NPC, походу, да? Бля, реально никого нет, пацаны. Вот где они все? Вот где все? Вообще, как бы. Так, подожди, или... А, подожди, мне NPC, блядь. Походу. Или че? Да, так. Ну, он АФК, походу, да? Похоже, что АФК. Жалко! Жалко, ну блин, ну я бы хотел вот прям вот, чтобы это была толпа, я не знаю, там, еще что-то. А так поодиночке, конечно, тоже неплохо. Ну пока все отлично, пока все отлично. Так, тот чувак все бегал, давайте посмотрим, попробуем за ним побежать, потому что может он там это, куда-то подскажет, где теперь кто вообще находится. Я вижу кучу машин, вижу пару человек, и все как бы. Это самый лучший кадр, который можно просто увидеть. Это опять РП, просто кошка реально бегает по этому. Так, а я же никакие, если что, даже эти помещения никуда зайти не смогу. Блин, они где-то, может быть, я не знаю, потому что у них какой-то сбор где-то в другом месте. Почему мне, мне так везет? Объясните, пожалуйста. Почему я вот сейчас не смог попасть вот как-нибудь удачливо, чтобы... Чтобы, я не знаю, чтобы... Чтобы строй реально здесь был. Подожди, а я пиздиться тоже могу? А, что? Серьезно? Я нажимаю левую кнопку мыши, он чешет ухо, блядь. Серьезно, блядь? О, подожди-ка. Это уже интереснее. Так. О, бля, вот где все! Там реально строй, подожди. Смотри. Я никак его сделать не могу. У меня первый ранг, я не могу на КПП стоять. Шаурма! Это шаурма! Так, гражданин. Вы задержаны по статье 12. Не понял сейчас. В смысле? Какой гражданин? Какой задержан? Э, меня наручники надели мне! Да! Я коту лапу пожать, он что-то не хочет. Офигеть, вот отказался. Ну такое, не! .7.2 вы имеете право при молчании с карты можете быть использован против вас, вы имеете право на телефонный звонок. Также вы имеете право на адвоката, если привез адвоката, он будет для вас брошен. Понимаете свои права? Это кота задержим. Вы понимаете свои права? Замечательно. Не, ну типа как бы. Ну, блять, ну это типа с точки зрения типа рофла, то что он сейчас там сам смеется. Разошлись. Что тут происходит? По-моему, ты еще Сергея случайно заковал с собой. У него просто... Не, я, подожди, тихо, я полиции не хочу. Я думал, Сергей тоже с котом. Так, вот тут еще раз. Гражданин, вы задели по статье 12.7.2, вы имеете право смолчать. Да ну, какой задержан, какой гражданин? Даже имеете право на адвоката, если он привез адвоката, он будет для вас запрошен, понимаете свои права? Так, встаньте, пожалуйста, как вам правильно сказать-то? Первичный обыск. Не, серьезно сейчас, блядь? Ну сейчас серьезно? Просто из всех один решил, как бы вот зачем-то. Адвокат будет запрошен. Да чё? Достаточно на разовый режим приезжать, потому что проход по верхней несла держит человека напротив. Да. Проявите уважение. Так, теперь вот найдено 5 свертков кошачьих мяты. Чего? Кошачьи консервы найдены? Что? Я про себя говорю, гражданин, ничего. Не серьезно он? Типа он сейчас меня реально хочет куда-то отвезти, типа в тюрьму там или что-то посадить? Зачем ты заломал кота? Кот ружает. Так, садимся, едем дальше. Он не ухнул. Слышу, как кот на своё котячьем оправдывается. Блядь, ну это... Да ну! Так, один ко мне выше третьего порядка. И Ребят, кто тоже расстроился? Ну типа к чему? Зачем? А можно мне, пожалуйста, кота, я его буду кормить? Сядьте один человек ко мне, что непонятного? Можно я первый раунд? Нет. Я не понял вот сейчас реально, в чем прикол. Друзья, напишите ваше мнение в комментариях, ну типа, ну как? Кот, мы вызвали.
Я думал, что он, типа, просто угорает, типа, я буду до конца в своей роли, типа, я кот вообще, я вообще нихуя не понимаю, что происходит. Как бы все. Ну, я кот. Зачем? Куда он меня повез? Зачем? Я реально расстроился. Ну, типа, я предполагал, что такое может быть, но, блин, там все, просто все, типа, вот там и... Для всех одинаково. Законы для всех одинаково, говорит, и смеется. Ну, ладно, как бы, окей. Чё я могу сказать, в принципе, то есть, ну... То есть, представь себе, в реальной жизни кот проникает, ну, допустим, да куда угодно. Ему зачитывают права, связывают его, как бы, там, наручники, я не знаю, и увозят на X5M, блядь. Да. Причем вот все, кроме него, наоборот, там как бы, ну, мне интересно было, что будет, это произошло слишком быстро, блин. Там девушки подошли, как бы, тоже там начали, о, котенок милый, там что-то еще. Друзья, на этом серия заканчивается, и я отправляюсь в тюрьму в виде кота, потому что гражданин номер 295 решил меня как бы вот вывести. В общем, друзья, в любом случае, хотя бы что-то получилось. Хотя бы, знаете, вот было бы обидно, если бы я на него, вот, его первым встретил. И он меня сразу бы увез. Это было бы обидно. А так, хотя бы что-то как-то... Но, опять же, от меня здесь, вы понимаете, ничего не зависело, и все было до последнего непонятно. Так что, друзья, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.